Кричащий оранжевый внешний вид магазинов «Дикси» не вписывается в новый облик клина. С этим согласны и владельцы торговой сети. Сегодня на специальном совещании у главы района вопрос ребрендинга фасадов обсуждался с московскими представителями этой сети. Владельцы не отказываются от смены облика, но просят дать время на оценку масштаба работ. В течение нескольких дней муниципалитет отправит в головной офис торговой фирмы заявку по изменению внешнего облика магазинов. Кроме этого, владельцы сети должны заняться благоустройством, привести в порядок крыльцо, козырьки, сделать пандусы для маломобильных покупателей, убрать несанкционированную рекламу. Конкретный график работ должен быть представлен в муниципалитет в самое ближайшее время.